с Ростиком, и я ему показываю всякие здания, которые я рисую, когда мне говорят, нарисуй скайлайн Гданьска, допустим. Я все время все это рисовала, но с фоток. А сейчас вижу вживую. Ростик. Там наш отель где-то. За деревом. Заселяемся в нашу комнатку. Короче, рум-тур. Комнатка маленькая. Тут небольшая кухонька. И мы не ожидали, что будет сковорода даже. Ну, то есть, если вдруг мы захотим, допустим, позавтракать. Ну, хотя вряд ли, наверное, мы куда-то пойдем. Но все есть. Сковорода, там кружки, микроволновка, холодильник. Там посуда всякая. Такая кроватка. Там какое-то хранение снизу. Полки, окно. Это не телек. Сразу говорю, это доска. Тут мы уже срача навалили своего. Полочки. Ну, короче, все минимально, но прикольно. Нам на две ночи вообще кайф. И самое главное, что за такую цену, которая у нас была, там 450 с чем-то злотых. Где тут свет? У нас своя ванная с санузлом. Потому что за такую цену обычно это какой-то а-ля хостел с общим санузлом. А у нас свой душ. Все свое, короче. Это просто снимешь. Голодные, идем поесть. Ростик нашел какую-то пиццу. Мы в поисках пиццы. Хотим сначала подкрепиться, а потом уже идти по достопримечательностям. О, тартуфа есть. Какая красотка! Блин, она омарана. Ну как? Маринара. Это тартуфа с трюфелем. Все, мост полностью развернулся, ну еще стыкуется, и можно будет переходить.
Погнали. Вид из нашего отеля. Сейчас туда идем, на эту движуху. Заказали доставку пиццы неаполитанской в Bold Food. В итоге ждали больше часа. Говорим, где наша пицца? Они говорят, нету пока, еще ждите. Мы говорим, не можем ждать, хотим есть. Они говорят, ваш заказ отменен. Все. Пришлось шапку идти. Салат, вегер. Кстати, вегер ничего, такой остренький, прикольный внутри, что-то типа наггетсов. Ростика Захир кебаб. Жабковский, который... Как? Необычного, просто Ростик фоткает инсталляцию из мусора. Мы вчера ночью набрели на эту улицу прикольную. Тут, правда, вчера не было никого и не было зонтов этих уродских. И она нам напомнила из Гарри Поттера косую аллею. Ну, косолею мы это называем теперь. Ну, как в русской озвучке это было косолея. Каждый домик уникальный, мы его рассматривали, каждый домик, даже если они похожие, то все равно хоть окошком, хоть чем-то они отличаются. И вообще Гданьск по концентрации вот таких вот пряничных домиков, наверное, номер один.
Мы на Косолее, на нашей улице из Гарри Поттера. Идем брать катамаран. У нас последний день, последние 4 часа до поезда. Отправляемся в Варшаву. Решили покататься по каналу на катамаране. Сейчас будем искать, который обычный, чтобы педали крутить. Взяли катамаран. Как называется? Водная ролла? Ровер. Ровер водный. Ну, типа велосипед водный. Качаем икры. Красиво, кстати. Ну да, кстати. Сколько за час? 30. 30 злотых. Считаю, за час нормальная цена. И куда он сказал, мы успеем доплыть? Нифига себе, класс. Я думала, мы только вот тут по заброшке будем плавать.